Други моя, всем привет! Да. Я обещал взорвать интернет. Так, вот что мы имеем. Сказка-маска. Вот, посмотрите, наша сказка свежая. Я просто ее выветрил один день. И теперь вот с помощью жгута, ну, у многих, наверное, возникнет вопрос, зачем это надо. Я говорю, на просторах интернета, да еще нигде, в Ютубе или еще где-то, нигде не было этого блюда. Нигде. Made in Казахстан. Made in детсфабричного блюда. Для чего вот изощряюсь, еще и фиксирую каску-сказку. Вот, каску-сказку. Наберитесь терпения, правда, наберитесь. Все пропью, но Казахстан прославлю, правда. Вы сейчас многие казахи от этого блюда, вот что я приготовлю, в восторге будут, будьте с нами. Вот что получилось, для чего я фиксировал оболочку. Для того, не уходите, будьте с нами. И вы все увидите. Посмотрите, какая красота. Один край. Я сразу. Здесь у меня, как обычные казы, мы делаем зубочистка. Но я здесь фиксирую, шпагатом. Один край. И следующий край тоже фиксирую шпагатом. И сразу же начинаю фиксацию нашей каски. Сразу же. Какой из этого деликатес, я говорю, я хочу ошарашить интернет. Так, други мои, вот смотрите, фиксирую, дохожу до середины, ну уже больше чем середина, и просто начинаю удобней уже отсюда заводить, с этой стороны фиксировать. Тут просто петельку надо в другую сторону, оп, заводить. Вот что получается. Вот. Видите? Красота, красота! Мы везем с собой кота, кошку, забияку, чижика, собаку. Други мои, марафон по празднованию 8 марта продолжается. Вот у меня джая в кофе замаринованном. Помните, это давно я сделал заготовочку. Вот она, свежая джая, свеженькая. И вот такой конинки шматок имеем. Так, это пока в стороночку. Достаем. Вот она. А, вот сейчас. Посмотрите вот на камеру. Вот она, косулятина. Сейчас косулятину начну обрабатывать. Ну, здесь вот пленочки уберу. Вот чуть мусор. Вот она, пленка. Вот видите? Это не будет жеваться. Это будет... Ну, это зачем? Сейчас вот начало давайте даже покажу. А потом сам займусь потихонечку. Это очень скрупулезное такое дело.
медленно, не любит этот, суеты не любит. Вот потихонечку вот эту пленочку, видите, убираем, чтобы оставить жирок. Косулятина, вот так вот я обработал, хребет оставил. Вот. Хоп. Тоже будем горячего копчения. Хобана. Вон, сканина, видите, одинакового цвета косуля. Вот ляжку тоже обработал. Я думаю, наверное, тоже целиком. Сейчас вот подработаю жилки. И тоже целиком закопчу. Продолжаем. Вот. Берем обильно прям, вот смотрите, прям, как правильно выразиться, вот, прям хорошо солим. Мы еще будем все равно, это я хочу еще минералочкой залить, поэтому соли много не будет. Да, опускаем в кастрюльку. Так, берем вот также джая. Ну это вообще, ё-моё, это эх. Только казахам дано понять, что это за мясо. Мадайн Казахстан, я говорю, все пропью, но Казахстан прославим. Так, следующим этапом, вот тут у меня ребрышки косули, тоже подсаливаем. Вот. Кстати, потом мясо все равно будем мешать, чтобы оно как бы двигалось. Так, ну и вот передняя лопатка целиком. О, поплотнее. Кастрюльки сильно много. Так, ну и что? И традиционно заливаю минералочкой. Мясо вымочится. Потом дадим ему обветриться. Обязательно. Обязательно, обязательно. Вот. Все, еще. Вот так вот присолю. О, реакция на соль, смотрите. Факир. Мы имеем вот 4 курочек. Разрезаем по спине. Вот так вот. Раскладываем. Вот, раскладываем их. И вот это будет вот таким макаром. Предварительно я сейчас еще распущу и вот это вот вымою. Все вымою. Поэтому в раковину. Так, другие мои, вот курей промыли, все. Теперь просто берем и просто солим. Просто Мария. Просто Мария. Так. Один куриц. Второй куриц. Все. Заливаем минеральной водой. Со сгазом. И все сейчас отнесу в
прохладное место. У нас на улице холодно. О, все, мариноваться начали все. О, все, вот так периодически сутки будут стоять, я буду периодически вот так помешивать ее. Так, друзья мои, вот смотрите, остатки курдючка. Мы нарезаем вот полосочки. Ну сколько тут? До 5 миллиметров. До 5 миллиметров. Для чего они нужны будут? Никуда не уходите. Народ! Секрет от деда. Приготовление бастурмы. Бастурма, посмотрите. Ну это отборная, знаете же, да? Часть конинки. Уй-ю-ю-ю-ю. Конинки, говядины, что бы там ни было. Посмотрите, мясо. Так, мясо 2 дня промариновалось в вот, чеснок, соль и перец. Что я делал в этот, как его, казы. Вот 2 дня оно промариновалось. Немножко вот, посмотрите, вышло никакого, а секрета никакого нету. Беру обыкновенно красную паприку, вот. Красная паприка. И все. Немножко сюда выкладываю слой. И теперь беру просто вот целиком, нужно постараться, чтобы вообще нигде пробела не было. Нигде не было пробела, вот, чтобы как паприка везде, как правильно сказать, проникла или что. Вот. Посмотрите. Вот что мы имеем. И вот так с остальными кусочками. Снег кружится, летает, летает. И потемкою чет клубя. Улетает зима, улетает. Блин, деликатес, деликатес. Бастурма, иду вывешивать. Еще враги свет отключили. Обвешать негде. Вот, посмотрите, тут-то. Соком, 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 соком. Вот таким макаром. Берем нашу бастурму. Нанизываем. И вывешиваем. Ха-ха, будьте стали. Друзья мои, посмотрите, вот она, бастурма, бастурма. Made in Казахстан, Made in Андрей, будьте с нами. Вот такая красота. Мы ее еще коптить будем. Мои многоуважаемые подписчицы и гости канала, поздравляю с Международным женским днем 8 марта. Включайте воображение, это от деда. Из сказки восьмерка наша, буква М, Ма, буква А, Мар, вот они крылышки, Т и А. С днем 8 марта! Желаю счастья, здоровья, всего-всего-всего! Девчата, всех привет, всех-всех с праздником, днем 8 марта! Марта! Всех люблю, всем здоровья, счастья, благополучия! Какое будет блюдо, смотрите, будьте с нами.